Доходы региональной казны выросли почти на 2 миллиарда рублей и составили 31 миллиард. Рост составили средства Федерального центра и Фонда особой экономической зоны. Об этом говорили на заседании Комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам в Магаданской областной думе. Большая часть дополнительных доходов – средства особой экономической зоны. Фонд за 2 года вырос в 40 раз. Произошло это за счет новых участников. Среди них на 20% выросло число предприятий горнодобывающей промышленности. Всего резидентов зоны 136. В этом году фонд региона составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году. Из федеральной казны Магаданской области выделено 290 миллионов рублей. Кроме того, по словам специалистов, налоговая служба откорректировала и уточнила данные за 2017 год. В результате в сумме дополнительных доходов этого года еще 83 миллиона рублей. У нас существует и действует 33 государственных программы региональных. Это программа и развития здравоохранения, образования, физкультуры, спорта. Это и программа модернизации жилищно-коммунальной сферы и модернизации дорог, которые находятся на балансе и содержании Магаданской области. Это и детский бюджет, и он у нас увеличился сегодня на 40 миллионов и составляет в сумме более 5 миллиардов. Дополнительные доходы требуют корректировки главного финансового документа региона. Это будут первые поправки в 2018 году. Их внесут на заседании Магаданской областной думы 2 марта.